Привет всем! Сегодня на канале Без будем играть iPad игры. Итак, начнем, ребята. Первая наша игра Blendy. Так, тут все в порядке. Поехали! О! Начали, ребята! Так... Так, посмотрим, каково будет результат. Так, ну-ка, на сколько процентов мы все правильно сделали? На 47. Неплохо. Идем вперед. Так. Да ладно. О, хватит, давайте. Так. Ну-ка. Ничего, улучшили результат. Теперь идем вперед. Ну-ка, давайте посмотрим. Что будет на этот раз? Так. Подарок получили. Неплохо. Так. Ну-ка. Витамин, что получилось, ребята. Ну-ка. На 67%. Так. Ну-ка, сколько всего тут добавили, ребята? Вот кошмар. Разве это можно пить? Так. Идем вперед. Неплохо, ребятки. Итак, давайте посмотрим на результат. В пробочку. Ладно, ребята, давайте продолжим. И сейчас мы поиграем в Drive Climber. Так, тут соревнования, ребята, надо постараться пойти первым. Посмотрим, насколько это нам удастся. Итак, ага, начали, ребята. Так.
Ой. Молодец, молодец. Вроде получается. Ну-ка, давай, давай, давай. Так, давай быстрее, быстрее, быстрее. Вот хорошо. Отлично. Мы победили, ребята. Так что попробуем еще раз пройти. И поехали. А, это у нас сейчас уже бонусный этап. Собираем все наши бонусы, ребята. Так, 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 так. Неплохо, неплохо. Отличный результат. Итак, ребята, не забываем, подпишитесь на наш канал, ставьте лайки и нажмите на колокольчик. Будьте всегда с нами. Будьте активнее, ребята. Для нас это очень важно. Вот молодец, вот молодец. Посмотрите, как движется. Так, 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 так. Все правильно. Хорошо. Вот класс. И готово. Вот она, наша победа. Отличный результат. Ладно, ребята, давайте продолжим. А сейчас мы поиграем в Bubble Shooter. Итак. Отлично, ребята, отлично. Ну-ка, 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 ну-ка. Вот. Неплохо. Так, 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 идем дальше. Так. Отлично, ребята. Молодцы. Так. Хорошо. Вот одного уже достали. А вот уже и второй. А это наш третий. Отлично, ребята. Идем вперед. Продолжим наш путь. Итак. Поехали. Ребята. Так. Что дальше? Неплохо, неплохо. Сейчас мы освободим и этого.
Вот, второй тоже освобождем. Идем дальше. И третий тоже. Круто. Ну что же, идем дальше. Следующая наша игра Woodshop. Так. Поменяем насадку и... Вот. Хорошо, режем нашу фигурку. В данном случае вазочка или кубок, ну, смотря для какой цели. Так, отлично. Дальше что? Штукатурим. Убираем все занозы. Так, аккуратненько. Хорошо. Красим. И красота. На 98% похож. Так, что дальше у нас? Дальше, дальше. Ого! Кажется, мы слегка прошли через линию. Но надо резать четко по линии, чтобы была похожа на ту, которую нам предлагают, ребята. Ладненько, сейчас исправим. С помощью штукатурки. Так. Убираем все лишнее. Красим. И на 96%. Ладненько, идем вперед. И наша следующая игра Knockballs. Тут задача совсем другая. Тут надо разрушить все, что предлагают. Ой. И все. Молодцы. И готово. Так, успели. Ну-ка, давайте почистили всю территорию. Аккуратненько. Так, столько мелких деталей, господи, как мне всех убрать? Отлично. Ну-ка, ну-ка. Молодец. О, вот у нас тут взрывчатки. С помощью взрывчаток можно разрушить все. И готово. Так, так, так. Тут есть взрывчатка, молодец. Помогает нам эта взрывчатка очень. Так, успели. Ого. Ну-ка, давай, давай, уходи.
ладно, сколько деталей тут. Так. И все, молодцы, почистили все, ребята. Ладно, идем вперед. Наша следующая игра Commuters. Так, отлично. Наша задача тут всех пассажиров доставить целости и сохранности. Вот молодцы, отличная работа. Ну-ка, идем вперед. Вот автобус. Вот такой большой. Молодец, молодец. Так, едем дальше. Ну-ка, ну-ка, давайте потеснитесь, все поместитесь. О, хорошо. Так, отлично. Прекрасно. Ладно, ребята, продолжим. И у нас следующая игра. Doodle Duck. Так. Ну-ка, давайте соберем все. Молодец. Очень хорошо получилось. Продолжим, ребята. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, не все забрали. Ну, ничего. Идем дальше. Так. Отлично. Следующее задание. Не получилось. Вот. Класс. Что дальше? Ну уже давайте быстрее. Ого. Так. И готово. Ладно, ребята, и у нас осталась наша последняя игра. И это у нас SMR Slicing. Нам нужно аккуратненько все режеть. Так. И все, что ли? Да ладно. Ребята, я не пойму, что я не так делаю. Ага. Вот что надо было делать. Извиняюсь, извиняюсь. Итак, поехали. Режем все подряд. Интересно, что это? Кирпич, что ли? Не знаю, что, но красиво режется. Итак, ребята, не забываем. Подпишитесь на наш канал. Ставьте лайки и нажмите на колокольчик.
Ладно, и на сегодня все, ребята. Всем хорошего дня. Пока-пока.